Здешёр номер один города Солигорска в этом году исполнилось 57 лет. Недавно директор школы Николай Щекотович отметил знаменательную дату – 30-летний юбилей на должности руководителя. Подводя итог непростого пути развития учреждения и собственного становления, талантливый рулевой отметил, что это стало для него делом всей жизни. Я возглавил этот коллектив школы. Было в то время школе 27 лет, и пришлось, кажется, с нуля ее поднимать, потому что как-то был такой период времени во времена Советского Союза, как-то перед завершением тех моих бывших коллег, как-то пошла упад в этом коллективе. Сегодня в школе развивается три вида спорта – бокс, художественная гимнастика и таэквондо. После масштабной реконструкции в 2015 году зал бокса приобрел новое лицо и является одним из лучших тренировочных залов Минской области. В 2019 были проведены работы по обновлению технической базы отделения по таэквондо на площадке стадиона «Строитель». Время идет, но задачи остаются неизменными – подготовка спортивного резерва для национальных и сборных команд Республики Беларусь. Одним словом, здесь растят чемпионов. И мне довелось побоксировать со всем топом любительского бокса, олимпийского бокса в мире. И это мне очень нравится. Я не намерен останавливаться. Я хочу сказать, чтобы молодые ребята уделяли больше времени себе и своему развитию личностному. Занимались спортом. В текущем учебном году в школе работают 26 групп, где занимаются 226 спортсменов учащихся. Основы спортивных дисциплин помогают постигать успешные педагоги, 11 тренеров-преподавателей отделений, многие из которых были удостоены высоких наград на спортивном олимпе. В 2019 году высшее звено подготовки передано 3 учащихся. В состав национальных команд Республики Беларусь входит 6 человек. Большие надежды на успешную спортивную карьеру подает и нынешнее поколение. Воспитанники учреждения неоднократно становились участниками и призерами международных соревнований, показывая высокий уровень мастерства. Достичь многого. Я уже трехкратная чемпионка Республики Беларусь и участник Европы среди юниоров в 2019 году в Румынии. Чемпионом быть – это очень сложно, потому что я должна каждый раз подтверждать это, что я являюсь настоящим чемпионом, что я не зря тренируюсь, я не зря боксирую за свою школу. Боев у меня всего 30 и 25 побед. Последние соревнования были Республика. Я занял 3-е место. Меня мотивирует мой тренер, я получаю мотивацию, развивает некое качество, как скорость, силу, быстрое мышление. И в этом году у меня были 3 первых места. Не помню, какие соревнования они. Мне их много было. На чемпионате мира было, на Европе. Все хорошо. Буду продолжать в том же духе и выиграю чемпионат мира. К слову, по результатам выступления учащихся и воспитанников Здешёр номер один города Солигорска на протяжении многих лет занимает лидирующую позицию в Солигорском районе среди специализированных спортивных учреждений, что дает право школе принимать на своей площадке спартакиады и соревнования областного и республиканского уровней.